И всем привет, ребятки, с вами Димой Робокс. И меня наконец-то разбанили на Black Rush, ребят. Поставьте за это лайкус, я так рад. Я так давно уже не играл в эту Black Rush, я так рад. Ребята, поставьте за новый видосик лайк, подпишись на канал, напиши самый топовый комментарий. Ну, а в этом видосе я разыграю 100 доната на любом сервере Black Rush. Просто что надо сделать? Подписаться на канал, поставить лайк и написать самый топовый комментарий. Но конкурсы будут, а выигрыш этот 100 донатов будет уже в следующем видео. Ребят, да, это первый конкурс на донат Black Rush, ребят, просто поставьте лайк. Потому что у меня есть сейчас маленький донатик, так, посмотрим. Ага. Блин, как это приятно, наконец-то. Вы не поверите. Так, сейчас. Секунду. Какая у меня тачка есть. Так, ребят, что нам надо сделать? Слэш, ММ. Статистику смотрим. Так, 11.6. Так, хорошо, 70. Окей, ребят, погнали, позарабатываем денежек. Сейчас куда-нибудь поедем. Или же... А, нет, давайте, знаете что? Сейчас поразвлекаемся слегка. Ребят, ну раз меня все-таки разбанили, это надо отметить, ребят. Так, забиваем GPS, развлечение и погнали в компьютерный клуб. Все, ребят, погнали. Блин, это так приятно видеть. Смотрите, какие еще четкие номера просто стоят на Grand Cherokee. Ой, как это приятно, ребят, вы не представляете. Меня разбанили, кайф. Просто кайфер, жесткий. Ай-яй-яй, ребят, аккуратно. Так, тихо, все, несемся. Я так не привык, наконец-то меня разблокировали. Так давно не заходил на сервак. Блин, как это приятно, ребят. Серьезно, вы не представляете, насколько это приятно, реал. Ой, как это прикольно. Топ. Рок-топ. Так, все, рублевочку проезжаем тут рядом. Прекрасно. Сейчас поставим рекорд на Ладе Гранте и помедлей, да. А нет, у нас на Спорт Плюс Лада Гранте. И, кстати, ребят, нам надо по дороге закупиться ремочкой. И как бы потом, после ночного клуба, там поиграем в 1-2-3 игры максимум. И поедем, ребят, починим нашу тачку. Так, где у нас есть магаз? Сейчас заедем, ремки купим. Сейчас, подождите, ребят. Сейчас я выйду. Секунду, слэш, ЛП. Открыл, закрыл. Так, все, прекрасно, ребят, сейчас. Так, вот становимся, уходим. Слэш, инвентарь. Можем, кстати, новый скин. А, у нас есть две ремки. Нет, нам надо бенз, потому что у нас нет бензина, понимаете? Блин, прикольно, рио. Рио, прикольно. Прекрасно. Так, все, погнали. Так, кайф. Все, ребят, подъезжаем, вот так вот встаем, прекрасно. Кайф. А, ребят, давайте посмотрим, вдруг у нас там есть колонка. И мы сможем купить колонку, поставить музыку, слушать. Просто я хочу посмотреть магазин, зайти в магаз. Так, ребят. Трость, снасть, ремонтный контроль. О, наушники, бумбокс, JBL. Колонка 50 тысяч стоит, да? Все, ребят, мы купили. Так, инвентарь. Колонка есть у нас, ребят, наконец-то. Колонка, кайф, просто. Сейчас давайте поставим колонку, просто я никогда еще не ставил. Сейчас просто продемонстрирую. Ну, в принципе, ребят, вы видели, как мы продемонстрировали. Сейчас мы заходим в клуб. Ребят, да. Ну, в принципе, я знаю, что мы здесь потратимся. Нормальненько. Взаимодействует, ребят, регистрация игры. И во что поиграем, ребят? Мне просто очень интересно. Давайте в гонки. Так, ставку. Давайте 5к, да. Раз, три. Так, все, ребят, погнали. Вы потратили 5000, прекрасно. Сейчас кто-нибудь ды наберется, ребят, да. Есть. И просто ждем, пока кто-то у нас наберется здесь. Так, окей. Когда уже кто-то наберется, я вам сообщу. Ладно, ребят, никто не хочет играть, никого нет, поэтому мы не сможем поиграть. Ладно, ребят, погнали, все, сейчас выйдем, сейчас. Так, все, ребят, выходим. Так, где наша тачка? А вот. Все, прекрасно, ребят, заходим так. И погнали на любую АЗС. Хэштег.
GPS, кайф. Так, изучаю, запаку, поиск ближайших мест. Поиск. Найти ближайшую АЗС. Ага, все, погнали, ребят, да, АЗС-очки. Все, кайф, я сейчас секунду убавлю звук. И так, ребятки, вот мы уже подъезжаем, собственно говоря, к АЗС-очке. Сейчас купим, да, для нашей Лады Гранты, собственно говоря, топливо. Выходим, вот так берем. Вот так вот, быстренько. Хоп, да. У вас уже есть канистр. Так, секунду, ребят. Инвентарь. Здесь у меня... Да, у меня есть канистра. Прекрасно. Что мы сейчас делаем? Берем. Вот так вот берем, подходим. Хэштег тра. Да, вот вроде так. Так, все, сейчас на забьем на форум, потому что я не знаю, как это писать. Список графики, личные настройки, список команд. Так, транспорт. Смотрим. Окей. Штек. Рано. Прекрасно. У вас не загружен. А, понятно. Ладно, ребят, поехали тогда к машине. В принципе, я когда подъеду, я вам уже сообщу. Так, ребят, все, мы сейчас подъезжаем уже. И сейчас будем заливать уже бенз наш. Нашу Ладу Грант. Так, ребят, паркуем вот так. Грант Чероки наш. Классный. Блин, вы посмотрите, какая красотка стоит. Ну-ка. Вау, да ну. Класс, я хочу вот такую тачку тоже. Ребят, ну если что, мы все равно ведь накопим, да, ребят, с вами. Так, все, ребят. Сейчас спавним. Хэштег кар. И, в принципе, будем сейчас заканчивать наш видосик. Зальем. Так, бенз. Где у нас тачка? Ага, вон красотка наша стоит. Красота. Прекрасно. Нет бензина, класс. Берем вот так вот, выходим, инвентарчик. Достаем канистру и заливаем. Заправлен, хватит. Так, все, как закрыли. Так, что не светит. Все, ребят, погнали, сейчас заправляться. Хэштег кар пас. У меня айдишник 87. Ребят, кар пас 87. Так, ГОСТ 370, так и есть. Прекрасно. А, тип топлива 95. Все прекрасно. Погнали. Сейчас заезжаю. О, какая красивая. Всегда оцеляюсь. Так все, ребят, заезжаем на заправочку. 95. Надеюсь, не будет, как вчера было. Ой, не вчера, ну там в прошлом видео. 95. Так, попробуем сразу все заправить. Нету столько топлива, окей. Ух. 50 есть? Нету. Ок. Сколько есть, да? Нету столько топлива. Сколько есть? Нет, окей, вообще нет топлива. Понятно, нет. Ну, это не всем спасибо за просмотр. Прям вообще топовая тачка. Сейчас мы еще почти не выйдем. Секундочку. Так. Ремочка, все, успешно починили тачку. Так, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока-пока. Поглотил мой разум, я в огне, горю в огне, ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Что тебе нужно для счастья, что у тебя на уме, если используешь ум, чтобы быть правым. Ты горишь в огне, не цепляйся за прошлое никогда, если цель не воспоминания. Если ты искал когда-то сполна, то тщетны твои ожидания. Я открою секрет, ничего рядом нет.